Всем привет! Сегодня очередная посылочка будет из Воронежа. Пришла. Будем ее распаковывать. Как говорится, посмотрим, что там внутри. Всем приятного просмотра. Всем привет! Вот посылочка пришла очередная. Я уже ее вскрыл. Посмотрим, что у нас тут внутри. Должно быть. Так. Вытащим. Один. Второе. И коробочку вытащим. Так, больше у нас здесь всего нет ничего внутри. Как интересно-то. Ну ладно. Так, приступим. Что у нас пришло? Ну, такой вот блок питания. Надо будет проверить, посмотреть, что там грумит у него внутри. Такой старенький блок питания. Еще вот такая вилка СССР была когда-то. Ладненько, посмотрим. Разберем. Так, что у нас дальше? Так, здесь у нас что? О, РЗ-1. Ух ты, уроды, сломали. РЗ-1. Ну ладно, это мы склеим. Придется устанавливать все это дело. Так, ладно. Там, по-моему, чувствуется тоже беда. Все это будем устанавливать. Ну, посмотрим, что у нас дальше. Так. Открываем дальше. Как говорят, вкусняшка осталась. О, ваты напихал. Так, проводочки прислал. Еще что-то. Еще. Так, продолжаем, открываем, что здесь. Здесь у нас резиноход упакован. Что интересно, у него низ обалденный, целиковый есть. Ладненько, это мы тоже попробуем устанавливать все. Смотрим дальше. Так, у нас тут. Вагончик. Тоже посмотрим потом. Будем устанавливать. Пульт. Вот пульт в шикарном состоянии. Обалденный пульт. Прям новый. Великолепно. Впервые мне пульт попадается в таком состоянии. Классно.
что у нас тут дальше. Вагончик номер два. Крыша лежит здесь. Это оригинальный ход. О, колесо одно. Железное одно такое. Так. Все это будем восстанавливать. Извиняюсь. Вот он, вагончик. Крыша тут лежит. Посмотрим. Так, что у нас здесь лежит? Ой! Здесь у нас лежат рельсы. Три, шесть штук. Есть шесть штук. Выпрямим. Посмотрим дальше, что у нас тут. Так. А был сцепку, сцепку не положил. Это вот проводочки у нас. Шесть там штук. И здесь у нас сколько? Здесь сколько? Два, четыре, шесть. Шестнадцать штук, набор полностью. Это нас радует. И последний у нас тут такой лежат. О! Кто-то сам переделал. А вот и сеточка нашлась. Все отлично. Вот такая вот посылочка у нас пришла. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, пишите сообщения, ставьте лайки. Как говорится, в следующий раз будет продолжение восстановления. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.